Производственная фирма «Миасские сауны» представляет вашему вниманию баню-бочку «Электро 6000 стандарт» с террасой. Размер. Диаметр 2 метра 20 сантиметров, длина 6 метров. Данная модель представлена из массива сосны. Доска толщиной 52 мм во всю длину. Кровля серая. Кантри Мичиган двухслойная. Гарантия от производителя 50 лет. Снаружи баня покрашена белой краской антисептиком. Отдельные элементы, такие как стапель, наличник, ручки, лавка и торцы ламелей, окрашены в цвет венги. По всему диаметру пробит декоративный канат. Баня стоит на подставках, стапелях, сделанных из лиственницы. Три стяжки бани изготовлены из нержавеющей стали шириной 45 мм. На террасе можно комфортно разместиться или даже прилечь после баньки. Длина ее составляет 2 метра. Опорный столб и балясины состарены и выступают контрастным элементом на фоне современного дизайна бани. Выведен свет, что делает ее не только привлекательной в ночное время, но и более удобной в эксплуатации. Ручка на входной двери уникальная, сделанная из корня и окрашена лаком венге. Предбанник длиной 1 метр 80 сантиметров. В нем могут свободно разместиться 5-6 человек. Установлен стол и два табурета. Напротив сплошная лавка. Возможно и любое другое расположение. Все лавки и подспинки в бане сделаны из осины и затонированы в цвет венге. В данной модели присутствует окно 30 на 30 сантиметров, которое придает уют и является дополнительным источником света и вентиляции. Также для более приятного времяпрепровождения в бане в зимний период установлен обогреватель на 1 кВт, мощности которого хватает даже в лютые морозы. Все углы в бане пробиты декоративным канатом. Канат обработан раствором, который не позволяет в нем развиваться микроорганизмам. По всей длине бани расположены вентиляционные отверстия, использование которых обязательно, пока вы не пользуетесь баней. Возможна установка различных полочек и вешалок. На сайте они представлены в большом количестве. Парная длиной 2 метра. Лавки шириной 60 сантиметров. Подспинки сделаны оригинальной формы. Трапики на полу съемные и также затонированы. Трапики во всех трех комнатах легко убираются, что облегчает процесс уборки. Установлен термометр. Стоит жаровлагостойкий светильник. Под полком находится подсветка, которая отлично заменяет основной свет, да и просто делает нахождение в бане более приятным. Стоит электрокаменка на 4 кВт. Возможна установка дровяной печи с наружной или внутренней топкой. На печь устанавливается бак самоварного типа из нержавеющей стали объемом от 40 до 80 литров. Вода в таком баке нагревается очень быстро. Под баней находится слив, который выводится либо в септик, либо в канализацию. В парной установлено окно размером 40 на 30 сантиметров и обрамлено наличником в общей цветовой гамме. Все дно бани обработано специальным раствором во избежание появления плесени. В данной бане могут разместиться с комфортом от 5 до 8 человек. Далеко не каждая баня таких размеров способна похвастаться такой вместительностью, причем за относительно небольшую сумму. Баня-бочка по удобству ничуть не уступает традиционной, а вот во внешнем виде намного превосходит избитые формы, да и по цене намного ниже. Баня-бочка «Электро 6000 стандарт» с террасой. Мы принимаем заказы любой сложности. Готовы рассмотреть все варианты, креативные идеи приветствуются. Возможно, у вас есть идея по постройке какой-либо конструкции, мы поможем вам в этом. Миасские сауны.